Студент Рязанского педагогического колледжа попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой 24 октября. Ранее сообщалось, что он вернулся в общежитие после тренировки по боксу и пожаловался на головную боль. Ему вызвали скорую. В неотложке подросток впал в кому. Пришел в себя только через 2 недели. 16 ноября железнодорожным МСО регионального следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Между тем, в сети начали появляться разные версии произошедшего. Одна из них – травму он получил во время занятия спортом, другая – молодого человека избили. По предварительным данным, по данным следствия, установлено, что телесные повреждения молодой человек получил в результате произошедшего между ним и еще одним студентом, проживающим в этом же общежитии, боксерского спарринга. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по результатам расследования. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причастных лиц. Также изучается круг общения пострадавшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».